Потенциал промышленных предприятий Кизилюрта проверил премьер Артем Сдунов. Он посетил сразу два завода в городе – цементный и кирпичный. Цель поездки – выяснить, смогут ли заводы в случае увеличения заказа справиться с новыми объемами. Итоги поездки у Хадижи Атмазгаровой. Разрезанные фрагменты глиняной ленты – это и есть будущие кирпичи. Оформленные и перфорированные буханки отправляются в печь, а потом на сушку. Вот уже более 15 лет на этом кизилюртовском заводе производят один из главных строительных материалов. Ежегодно здесь изготавливают 16 миллионов кирпичей. Продукция имеет сертификат качества. Естественно, спрос наиогромнейший. Приезжает очень много. Столица забирает практически все. Несмотря на то, что в Каспийске было очень много кирпичных заводов, на сегодняшний день они у меня, можно сказать, основной покупатель. А на этом заводе изготавливают металлоконструкции и все то, что нужно для строительства мостов, водопроводов и других масштабных архитектурных сооружений. В республике, где насчитывается более 1000 мостов, предприятие особой важности, отмечает премьер-министр республики Артем Сдунов, который посетил оба завода. Регион в ожидании строительного бума, обусловленного в первую очередь появлением новых социальных учреждений. И потребность в том же кирпиче уже сегодня – это более 200 миллионов штук. Местные заводы выпускают лишь малую часть этого. Правительство республики намерено менять ситуацию. Наша задача – максимально загрузить наши предприятия. И не только загрузить, потому что мощностей не хватит. Вот смотрите, 200 миллионов условных единиц кирпича. А мы максимально можем произвести, вот, были на заводе 16 миллионов, аналогичные заводы, там 10, 5. То есть мы не загрузим 200, нам надо построить новые. Вот мы сегодня говорили о строительстве новых кирпичных заводов. Сейчас, вот особенно прямой обжиг, который мы закрывали заводы, позволяет дать то качество, которое нужно при жилищном строительстве, строительстве учреждений, зданий, там, поликлиник. Поэтому речь об открытии новых карьеров, она, конечно, сейчас стоит. Решено поддерживать заводы по производству стройматериалов, участвовать в грантах, договариваться о льготном кредитовании и рассматривать возможность налоговых каникул. Этим правительство региона займется уже в ближайшее время. Хадижа Атмазгарова, Ибрагим Магомедов. Время новостей.